Світлана Полянська – стиліст, іміджмейкер, ведуча майстер-класів. Стильні секрети особистої привабливості. Розкриває кращі риси у людини за допомогою відповідних образів. Доброго ранку вам. Я умовилась. Не цейлонський жовтий, а цейлонський чай. Навпаки, цейлонський жовтий, а не цейлонський чай. Ну, я ж чай. Це важливо. Так, отже, вітаємо нарешті вас в нашому ефірі. Сьогодні будемо розбиратися про образ на Новий рік. Бо дівчата про це дуже довго задумуються, що ж нам вдягти, щоб і вразити всіх. А для цього дуже багато факторів таких, з яких треба починати. Давайте почнемо з того, який модний колір нам на цей рік треба обрати, щоб нам і удача була, так, перенесло. І от що найкраще вдягти, щоб вразити усіх. Бути королевою ночі. Щоб бути королевою ночі, в першу чергу, треба знати свої фасоны и свои цвета. Независимо от трендов, независимо от каких-то влияний, независимо от того, в каком цвете нужно встречать Новый год, потому что это символ года, это уже вторично. То есть мы на это можем ориентироваться, но это не должно быть главным. Главное – это мои личные фасоны, мои личные линии, мои личные цвета. А по модным цветам каждый год, два раза в год Институт цвета Пантон дает нам информацию. Около 10 цветов, которые модные. Это один из вот зеленый кицталь, как раз вы сегодня в нем, цейлонский желтый вы сегодня. Там, как правило, идет основная подборка, ну, тех же самых цветов, которые мы и носим. То есть это какие-то красные, ну, какие-то оттенки тех же самых цветов, которые каждый год повторяются. Вот. Просто они как-то интересно называются, какой-то интересный оттенок. Ну, чтобы хоть новизну туда. Ну, да, 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 чтобы вот обратить наше внимание, что это именно такой вот сегодня интересный цвет. А вообще цвет года в этом году был фиолетовый, ультрафиолет 18-го года. Следующий, 2019-го, это коралловый с золотистым. Поэтому если он нам идет, коралловый золотистый идет теплой коже, поэтому мы можем на это ориентироваться и его как бы в свой гардероб вводить, но холодной коже лучше оставаться в своих цветах. Лучше... например, или в синих, да. Самое первое, да, на что мы ориентируемся, еще раз повторюсь, это наши фасоны, наши цвета. Второй момент, это жизненный контекст, куда мы идем встречать Новый год. Ось, так, давайте про це, от, это якщо вдома, десь в клубі чи з друзями, от, як підібрати, от, щоб за містом, не дуже виділятися от, не, в поганому, так, знаєте, значення, а от дійсно бути королевою новорічної ночі. Контекст, звісно, дуже важен, тому що від нього залежить, яке впечатлення нам буде уместно произвести. Либо, если я в кругу семьи, мне хочется быть или девочкой-девочкой, или мне хочется быть элегантной хозяйкой, элегантной леди, или я, допустим, иду на свидание со своим мужчиной, какой я хочу быть, да, то, что мы говорили на архетипах, или я провокационно одеваюсь, или я романтично одеваюсь, или я такая вся нежная муза. То есть от этого, от контекста обязательно, конечно, зависит наше впечатление. Ну, зокрема, приклад, вечірка с друзьями. Вот як ми маємо одягнутися туди? Вечірка з друзями. Опять же, какое впечатление хочу произвести? Кто ну, там варен, будет? Там. Кто там будет? Там будет мой мужчина. Там будут только одни девчонки. То есть, там как, будут чоловіки, але не мої. Ну, скажімо так, уявимо собі так. Ну, тогда, конечно же, отталкиваться от какой-то элементарной элегантности. Как минимум, да, женственности и элегантности. То есть привлекательность, естественно, и женственность подчеркнуть свою, да. То есть, как говорила Моника Белуччи, если мы открываем грудь, значит, надо закрыть ноги. И наоборот. То есть вот эти элементарные моменты, которые помогают женщине быть красивой, да, уместной, пропорциональной. Что за нато, то не здраво, так, проматывалось. Да. Да, конечно же. И обратить внимание на аксессуары. Это в первую очередь. Так, до речі, про аксесуари, тому що і читала на вашій сторінці, ви ділитесь порадами. От якщо у нас гардероб один, ну, базові речі, от як ми говорили колись в ефірі також, як можливо, щоб не купувати, не витрачати, чи можна якось ось ці базові речі так розбавити, щоб на Новий рік вдягти і бути шикарною? Ну, звісно ж. От розкажіть про це, будь ласка. Базова річ – це взагалі настільки удобна, універсальна штука, яку можна оформити абсолютно як угодно. Якщо ми идем, например, на корпоратив, у нас могут быть лаконичные, сдержанные какие-то, без каких-то там стразиков, украшений. Если мы идем, например, на вечеринку с друзьями, это может быть какие-то более интересные, более
крупные, более трендовые, более какие-то неформальные украшения, mm-hmm. да, если мы идем на свидание, это будут уже какие-то цветочки, сердечки, ну, что-нибудь такое располагающее, да, более романтичное, ну, и так далее. Опять же, тренды нам в помощь, это пояса, это сумки, это клатчи, это какие-то интересные браслеты, то есть мы одними аксессуарами, это точки внимания наши, об этом нужно помнить, мы можем разбавить любую абсолютно базовую вещь, она будет фоном, на нее никто не обратит внимания, все обратят внимание на ваши аксессуары, которые вы подберете. Головне правильно зробити вибір свій, да, так? Да. А якщо ну, такий варіант, що дівчина захоче вдягти і сережки, і браслет, і от можливо воно не в одному контексті буде, чи от як себе стримати і не натягти як сорока все на себе, а все ж вибрати правильно? Ну, чи є якісь табу? Да. Так. Ну, как вам сказать? Чи немає, одягайте все. После того, что выходит на подиум, ну, я имею в виду, после того задума, который выходит на подиум... Ні, ну, ми давайте з холодним розумом, не втрачаючи його, щоб не бути посміховищем. Есть такое правило не более трех, да? То, что говорила, например, Шанель, если вы одеваетесь, подойдите к зеркалу, перед выходом снимите последнее. Но на самом деле, смотря на ту же Шанель, она была обвешана просто аксессуарами, на ней было очень много всего, и они массивные были, да, они были очень эффектные, очень такие провокационные, можно сказать, на то время все были в шоке. Поэтому иногда, когда мы одеваем очень много, это как раз смотрится стильно. То есть либо очень аккуратно мало, либо очень много уже одевайте. Но опять же, это должно быть уместно. Если девушка банковский работник, и тут она обвешалась как елка, и люди просто, во-первых, ее окружение не привыкло к этому. На Новий рік банківському працівнику одягнутись. Ну коли ж як не на Новий рік? Ну от хоче вона бути в іншому амплуа, наприклад. Ну тогда это должно быть полностью поддержано, ну, всем образом. То есть мы должны понимать, что аксессуар или платье, или что-то, оно не должно работать вот отдельно, само по себе. Мы не должны выбирать одно платье просто. Мы должны выбирать сам образ, то впечатление, которое мы передаем. Это и обувь, это весь костюмный ансамбль. Это не должно быть только вот одна какая-то вещь, которую мы хотим вот одеть. То есть он должен быть полностью выстроен. Немножечко не все это понимают, но это нужно себе встраивать. Це не розуміють чоловіки, які думають, що дівчині вистачить лише сукня. А під цю сукню нам треба аксесуари, да, сумка, взуття, можливо, верхній одяг. Тому так, все воно само з собою пов'язано. А що до сукні? Обов'язково це має бути сукня? Чи це стереотип? Може якийсь комбінезон одягти? Чи щось іще? Звісно, стереотип. Звісно, стереотип. Тому що якщо Новий рік, то це має бути сукня. Ні, це не так, правильно? Абсолютно не так, конечно. Это может быть то, что вам удобно, что вам комфортно, в чем вам действительно красиво. Конечно, это может быть комбинезон. Сейчас очень большая линейка праздничных комбинезонов из декольте, из с оголенными плечами. Очень интересные модели, которые можно украсить точно так же аксессуарами интересными, например, теми же бусами и кольцами, и браслетами, и выглядеть шикарно и нестандартно. Не обязательно на платье, естественно. Просто у нас в голове, ну, если я женщина, то мне надо платье, конечно же. Можна експериментувати. Давайте, конечно, так, наостанок, як підрезумуємо від вас три поради от на цей новорічну ніч от для образу нашого, для дівчат. От просто. Ще, на жаль, дуже мало часу. Ще одне запитання. Ви вже знаєте, в чому ви будете на Новий рік одягнені? Скажіть нам, і ми завершимо. Чесно, у мене кілька варіантів, я ще з них вибираю. Поэтому мне на самом деле не так просто тоже решиться выбрать. Ну, по крайней мере, я уже знаю контекст. Это уже тоже хорошо. Це буде сукня? Скорее всего, да. Это будет интрига. Я обязательно покажу потом в сетях, в чем я была. Самое первое, опять же повторюсь, это нужно нам действительно понимать и написать себе вот бегущей строкой на зеркале, где угодно. Мои личные фасоны, мои личные цвета, что мне конкретно идет. Второе, это контекст жизненный. И третье, что я хочу сказать миру, какой я хочу быть, уместно ли это будет в моем жизненном контексте, сегодня быть провокационной на вечеринке, например, где партнеры и так далее. То есть вот эти моменты обязательно себе озвучить. Дякуємо вам. Світлана Полянська, стиліст іміджмейкер, була сьогодні у нас в гостях. Знаєте, будьте шикарні новорічної ночі і користуйтесь порадами нашої гості. Дякую вам.